Всем доброе утро. Мы проснулись. Время 10:30. Мы идем с надеждой, что мы еще позавтракаем. Хотя это уже не точно. Поздний завтрак до 11. Капец. Капец, как так можно было долго спать? Но если честно, если бы не будильники 33 штуки, я бы еще спала дальше. Такой расслабон полный, никуда не идти, не торопиться. Так, на завтрак мы, конечно же, опоздали. Зашли в Starbucks кафе и кафе взяли себе по кофечку. Леон себе холодный кофе взял, да, я себе горячий кофе взяла. И тут по паре вкусняшек. Сейчас будем завтракать. Приятного аппетита нам. В общем, ребят, здесь вещи вообще не сохнут. Вот это всю ночь провисело, и оно все мокрое, не знаю, из-за высокой повышенной влажности. Тенцы также. Вот. Не помню, где я остановилась. В общем, мы уже искупались, пообедали, еще раз искупались. И теперь идем на пенную вечеринку. Так интересно, здесь надули такие фигуры огромные. Сейчас вам все покажу. Ну, а для начала я, наверное, подкреплюсь вкусным кофе с каким-нибудь тортиком. Thank you.
рядом с отелем. Пошли, немножечко отдохнули, расслабились, остыли под климой и назад на море. Единственный вот минус — это этот лифт, да? Вот в принципе лестница есть, но надо в обход идти, что я, наверное, и сделаю. Лифт ждать? Ну его. Короче, я хожу пешком чаще всего. Лифт тоже. Так здорово, ребята, отдыхать. Ой, душа радуется. Вернее, уже у меня ничего не радуется. У меня просто такой спокойный эмоциональный фон. Просто ходим туда, сюда, обратно весь день. Покушали, покупались, покушали, покупались. Кстати, еще ни разу не загорали, но мы и не сгорели, слава богу, из-за этого. Сейчас мы будем в бассейне, наверное, купаться. Хотя, может, и на море. Хотя здесь вообще разницы особой нет. Ну, по длительности. Вот он бассейн, а вот оно море. Тут 5 минут. Ой, даже 2. Мороженое, кстати, здесь очень вкусное. Но из минусов очень длинная очередь. Всегда здесь очередь, и внутри очень душно стоять. А кофе очень вкусный. Все вкусно, но долго. Еще, кажется, мы проголодались. Мы в обед очень так легенько пообедали буквально. Ну, совсем ничего. Завтракать мы тоже сами видели, да? Мы не успели, проспали на завтрак. Теперь хочется кушать, но здесь... Постоянно что-то где-то есть. Какие-то снеки, обеды, поздние завтраки. То есть голодным не останешься. Вот сейчас что-нибудь возьмем, пофаскудим. Так, вот это мы пробовали не очень. Вот здесь даже можно отобедать, в принципе. Рыбка жареная. Турецкие манты никогда не пробовала. Вот тот самый момент. Пьем молоко. Ну да, я тут это сейчас кипакую воду. Лёшенький морской. Взять еду, даже несмотря на то, что уже было практически закрыто, они убирались. И принесли нам вилочки, хотя уже все, подготовка шла к завтраку. Но не только мы там, еще другие люди сидели. Вот очень вежливый персонал, просто давно такого уже я нигде не встречала. Но я бы нервничала, я тоже работаю в сервисе, я бы тоже нервничала. Я бы нервничала, они нет. Ну, может быть, внутри, но не показываю. Вот, сидели мы, значит, ужинали. И Леон говорит: обрати внимание, там сзади нас ребята сидели, они встали, ушли. И Леон говорит: мама, обрати внимание, сколько они еды оставили. И правда, ребята, знаете, ну, ребята наши, ну, не наши, я так думаю, что они россияне, потому что у них школа скоро начинается, ну, судя по разговорам. Вот, и, в общем, полные тарелки, мясо, салаты, все что угодно у них лежало на тарелках, они это не съели и просто, ну, как бы на выброс оставили. И он говорит: вопрос, они что, блин, вот в этом возрасте не знают, сколько они могут съесть, а сколько нет. Неужели нельзя порционно себе столько еды взять
Но чтобы потом не оставлять, да, не проще, если ты не наелся, еще раз встать, пойти и взять. Не знаю, у нас в тарелке остаются всегда чистые, за редким исключением, если нам то или иное блюдо по вкусу не подошло. Бывает такое, что еда разнообразна, хочется все попробовать, и мы маленькими порциями берем, пробуем какие-то салаты или какие-то там, не знаю, как каши какие-то, что ли, ну, то, чего мы еще и раньше не пробовали. Только помаленьку, да, понравится, я в следующий раз возьму больше. А так, чтобы вот тарелками оставлять... Блин, ну это жалко. Даже несмотря на то, что я как бы за это заплатила, да, ну не по совести, что ли, вот так вот скажу. Вот, а следующее, что у нас случилось, как вы считаете, скажите, нормально это вот так набирать, потом бросать, оставлять на выкинтош еду? Не знаю, я почему-то к еде очень так отношусь серьезно, да, это пища, не у всех она есть, но тем не менее... Ладно, следующее, что у нас сейчас произошло, случилось, суменли. В общем, Леон взял карту. Вот он уже здесь. Что сказали? Ничего. Тебе дали карту или кто-то сейчас? Так быстро? А как это? Они просто в системе, они просто карту могут всегда вставлять, получается. Ну ладно, все, пойдем. В общем, Леон по ошибке взял карточку не от номера, а от полотенца. Ну вот они. Это вот от номера, это от полотенца. Он... Когда свет выключен, она вот так вот лежала. Капец. Ну давай еще. Я в этот номер вчера, кстати, ломилась уже. Давай второй раз. Ой, ребята. Молодец, ходил, сам разобрал. Все, умничка.